Вот такое замечательное растение выросло у меня. Все узнали, это юкка. Но почему у наших юк, растущих в огороде, нет семян? Это очень интересно. Я задалась вопросом, поискала в интернете, и оказывается, семена, посмотрите, как выглядят семена, я их в ноябре собрала на курсике, образуются только там, где есть специальные бабочки с длинными-длинными хоботками, и они производят опыление. А у нас таких бабочек нет. Но юкка и без семян весьма интересна. Жаль только, что соцветие очень быстро отцветает. Как ухаживать? Подкармливайте удобрениями азот, фосфор, калий. Поливайте время от времени, хотя это засухоустойчивое растение. Я встречала много юк на Корсике. Родина юки – Центральная Америка. И встречаются две разновидности юк, имеющие ствол, древовидная и бесствольная. И вот именно древовидную иногда называют пальмой. О юке древовидной у меня есть фильмы. А вот это юка нитчатая. Очень интересное растение, но печально, что цветет совсем-совсем мало. Но везде на клумбах встречаются эти экземпляры, потому что привлекают внимание своим соцветием. Ну и как не посмотреть на такую красоту? И, конечно, я, побывав на Корсике, собрала семена. Попробовала я посадить, но пока результата нет. Находятся семена вот в таких образованиях. Очень красят руки, внутренняя часть, и имеет очень приятный винный аромат. Семена я посадила давно. Вот так вот они, видите, лежат еще и сверху, и глубже. Но пока никаких сдвигов, пока нет никаких росточков. Хотя, конечно, я очень жду. А вдруг все-таки что-то да получится у меня вырастить юкку из семян, привезенных с Корсики. О том, как посадить юкку, как ухаживать, у меня есть фильмы. Смотрите, заглядывайте. Надеюсь, информация вам понравилась. Видеоблогер Екатерина Снытко. Всего вам доброго.